Великолепный завтрак за считанные минуты. Первым делом возьмем помидоры. 3-4 штучки среднего размера будет вполне достаточно. Нам их нужно будет нарезать на вот такие вот кружочки. Не сильно тонко, но и не сильно толсто. Примерно так, как у меня. Главное, выбирайте плотные помидоры, но мясистые и вкусные. Тогда блюдо получится просто фантастическое. Теперь в отдельную емкость разбиваем 3 яйца. Я сразу делаю 2 или 3 порции. Уж очень это все вкусно. И просто мгновенно улетает со стола. Пока первая порция готовится, можно подготовить вторую. В яйца добавляем соль, черный молотый перец, итальянские травы. И все хорошенько вилкой взбиваем до однородной массы. Миксер или блендер для этого рецепта нам абсолютно не нужен. Специи берите те, что больше любите. Я показала вам мое любимое сочетание. Разогреваем сковородку и выливаем немного растительного масла. У меня оливковое, но можно взять и подсолнечное, и масло авокадо, например. То, что у вас есть сейчас. Кисточкой хорошо распределяем масло по всей поверхности. И на хорошо разогретую сковородку выкладываем нарезанные кружочками помидоры. Помидоры выкладываете в один слой. Огонь должен быть средний. Лишняя влага и сок так сразу будет уходить, и помидоры хорошо поджарятся и не превратятся в кашицу. Лучше брать не крупные, а среднего размера помидоры. Так с ними будет удобнее работать, и блюдо получится красивее в готовом виде. Еще нам нужен будет сыр. Грамм 50 будет достаточно. Измельчаем его на крупной терке. Проверяем, как там наши помидорки. Ох, все прекрасно. Переворачиваем их аккуратно на другую сторону и тоже немного обжариваем до легкой румяной корочки. Буквально пару минут. Это такая вкуснятина, что просто нет слов. К помидорам добавляем немного соли. Уже в самом конце, когда они практически готовы, для аромата и баланса вкуса. И теперь аккуратно, не спеша, выливаем на помидоры яичную смесь. Вот так. Яичная смесь должна полностью покрыть все помидоры. Сверху на яйца выкладываем измельченный сыр. И хорошенько его распределяем по всей поверхности. Сыра не жалеете, его точно много здесь не будет. И у нас практически все готово. Держим наш будущий завтрак еще 3 минуты на небольшом огне, накрыв крышкой. Уф. Вот это красота! А аромат какой сейчас! Аппетит разыгрался уже не на шутку. Омлет хорошо поднялся и увеличился в объеме. То, что нужно. Перекладываем на тарелку для подачи. Осталось порционно разрезать и срочно звать всех к столу, пока все горяченькое и такое вкусное. Одной порции из 3 яиц вполне хватит на семью из 4 человек. Но это так вкусно, что всегда все просят добавки. Омлет получается очень пышным, высоким и в сочетании с сыром и обжаренными помидорами просто неимоверно вкусный. А главное, что все очень сытно, просто и быстро. То, что нужно для завтрака, когда абсолютно нет времени готовить, а вкусно поесть хотелось бы. А вы что скажете? Как вам такая идея для завтрака? Буду с нетерпением ждать вас в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!